Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и это видео называется «Какой смартфон купить?». Но еще это видео приурочено к 9-летию компании МТС. 9 лет, ребят, 9 лет отмечает праздник, 9 лет. И поэтому здесь просто какие-то космические скидки, которые вы можете вот просто за 555 рублей в месяц купить телефоны Samsung. То есть, ну, представляете, вы можете себе это представить? Вот, ну, я пропустить просто эту тему просто не мог. И на 9-летие вот здесь вот такие скидки вообще. Сейчас я выбираю себе новый смартфон, более-менее, который меня будет устраивать. Вообще, я приверженец, и мне больше нравятся телефоны Asus. Я уже снимал обзор на Asus, на свой, на третий, который я уже маме подарил. Сейчас, конечно, у меня... Глаз я положил на 6. Ну вот пока в МТС нету 6 iPhone, то есть iPhone, извините, Asus. Жду, когда будет 6 Asus. Возможно, вообще я его закажу на официальном сайте, и мне его доставят. Цена его где-то будет примерно 499 евро, я уже посмотрел. В принципе, могу даже заказать в интернете через официальный магазин. Мне его доставят. Предзаказ уже готов. Но, тем не менее, давайте посмотрим еще на акции, которые действуют к 9-летию магазина. Здесь просто любой на ваш выбор телефон и кэшбэки при покупке смартфонов и планшетов. То есть с 1 июня до 30 июня. То есть просто вы покупаете планшет, либо телефон, любой смартфон, и вам предоставляют кэшбэк. Упускать такую возможность, я думаю, что не стоит. То есть нужно просто взять, зайти по ссылочке в описании и купить себе уже нормальный смартфон, либо планшет, и получить все-таки этот кэшбэк 15 тысяч рублей. Если ты уже определился, ссылка под этим видео. На этом заканчиваю. Всем привет!